Стихотворение на конкурс «Дети читают стихи». Максимова Олеся, 12 лет. Никитинский филиал ГБУ СОЖ села Новая Усманова, Самарская область. Стихотворение Хомякова «В эту ночь». В эту ночь земля была в волнении, блеск большой диковинной звезды ослепил друг горы и селенья, города, пустыни и сады. А в пустыне наблюдали львицы, когда рами дивны и полны двигались бесшумно колесницы, важно шли верблюды и слоны. И в челе большого каравана, устремившие взоры небосклон, три царя в затейливых тюрбанах ехали кому-то на поклон. А в пещере, где всю ночь не гасли, факелы мигая и чадя, там ягнята увидали в яслях спящее прекрасное дитя. В эту ночь вся тварь была в волнении, пели птицы в полуночной мгле, возвещая всем благоволение, наступление мира на земле.